Российская газета и Государственный музей Пушкина запускают проект «Читаем Онегина», в котором великий роман декламируют наши читатели и приглашенные чтецы. В народных чтениях может принять участие каждый. Прочитайте отрывок из Онегина и пришлите видео нам. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Пушкина читает вся страна. Присоединяйтесь. Итак, она звалась Татьяна. Врагов, друзей, любовниц глаз. Вдруг мог. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Не скучно. Поговорим о старине. Бедный Ленский. Изнывая, недолго плакала она. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель? Там некогда гулял и я, но вреден север для меня.